На очередном заседании Совета депутатов муниципального образования Хасавюртовский район была рассмотрена повестка дня о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Хасавюртовский район. Открывая заседание, представитель собрания депутатов Марат Ахаев отметил, что данный вопрос на рассмотрение в сессии внесен главой района. Далее Магомед Лабазанов, зам председателя собрания депутатов муниципального района, ознакомил членов Совета с изменениями и дополнениями. Письмо Управления Министерства юстиции по Республике Дагестан, значит, о том, чтобы, значит, мы провели и, значит, устав муниципального района, и уставы сельских поселений в соответствии с федеральным законодательством. Потому что в прошлом году мы приняли, вы знаете, изменения, и в новом, значит, варианте нового устава приняли все изменения, значит, вот последних полутора лет, которая приняла Государственную Думу, мы, значит, все изменения внесли. Теперь уже с октября прошлого года произошли очередные изменения. Поправки были приняты, и депутаты районного собрания назначили дату проведения сессии на 18 апреля 2018 года.